Кампания иммунизации населения против гриппа продолжается. Процесс вакцинации идет полным ходом и в Брестской городской поликлинике номер 2. Здесь нельзя встретить большие очереди в прививочный кабинет, прежде всего потому, что в учреждении соблюдаются меры профилактики от коронавирусной инфекции. В числе желающих привиться от гриппа Олеся Савоська. Женщина утверждает, что необходимо идти в ногу со временем, ведь вакцинация – один из действенных способов борьбы с вирусом. 21 век на дворе. Ковид очень испугал, вообще и СМИ рассказывают, что надо прививать и грипп, и превинар. Девушки мне обещали через месяц еще сделать, они приглашали прийти. Ну, потому что, ну, время идет, надо в современных реалиях жить. Для иммунизации закреплена вакцина российского производства «Грипол Плюс», которая используется в Беларуси на протяжении многих лет. Вакцинация – минутное дело, но пользы от этой процедуры хватит на несколько месяцев. В этом году скажу, что кампания, конечно же, прививочная идет очень активно. Даже вот по сравнению с прошлым годом прививаются, так это, активно прививаются. Не знаю, может быть, за счет того, что действительно коронавирусы думают, что как-то оградит, вот, все-таки где-то какой-то иммунитет будет. Ну, человек так 45-50 в день – это 100%, а то и больше. В Бресте с 2010 года не регистрируются эпидемии гриппа. Все дело в количестве вакцинируемых граждан. 40% населения проходит процесс иммунизации. На данный момент вакцинацию против гриппа получили около 27% жителей Бреста и Брестского района. Такие высокие показатели говорят о том, что в нынешнем году к вопросу защиты иммунитета люди относятся со всей серьезностью. Кампания против гриппа, прививочная кампания, она вообще планируется. Мы составляем списки людей, которым обязательно должны привить. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, это у нас, ну, медицинские работники, само собой, это лица старше 65 лет, это беременные, это дети старше 3 лет и больные, и пациенты с хроническими заболеваниями. То есть на каждом терапевтическом участке есть списки. И когда уже вакцина прибывает, то есть мы ее получили, значит, каждая участковая медсестра людей оповещает, что вот приглашает их во время своего приема на прививки. Как отмечают специалисты, в связи с начавшейся второй волной заболеваемости коронавирусной инфекцией, предстоящими каникулами у детей, кампанию иммунизации против гриппа необходимо завершить как можно раньше, до первых холодов. А значит, времени для тех, кто все еще сомневается и мучает себя вопросом, прививаться или нет, осталось не так уж и много. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».